Здравствуйте, подписчики! Зарисовочка небольшая из осеннего леса. Конец августа, вылазка за грибами. И я хотел небольшой вам ликбез по грибам. Вот встретила семейка подберезовиков. Вот они стоят у нас. Хорошие бойцы после дождей подберезовик. И по дороге мы набирали подосиновики. Вот они лежат, красноголовые подосиновики. В чем их отличие друг от друга? Это оба губчатых гриба, идущих во все виды обработки. И подосиновик отличается, во-первых, цветом шляпки. У него она от оранжевой до темно-красной. У подберезовика цвет шляпки более коричневый. От коричневой до темно-коричневой. Вот стоят подберезовики. Грибы очень вкусные. Идут во все виды обработки. То есть жарятся, варятся и солятся. И достаточно вкусные. А отличие такое, что подосиновик на срезе становится синий. То есть у него цвет такой меняется после срезания его. У подберезовика нет этого. То есть у него срез белый. Вот еще один подосиновик. Видите, синенький. Но ничего страшного нет. Это свойство такое при окислении. Он синеет. А так это вкусные грибы. Собирайте. И удачи вам в грибной охоте.